И о спорте. Медалисты Олимпийских игр и чемпионы мира сошлись сегодня на одном борцовском ковре. Правда, в этот раз именитые дагестанские вольники соревновались в регболе. Подробнее об этом старом новом виде спорта расскажет Курбан Рагимов. Жесткая силовая борьба, захваты, а иногда даже двухбальные приемы – это регбол, широко известный в спортивных кругах. 8 команд из разных уголков республики вышли сегодня на ковер столичной школы «Динамо». В составах звезды дагестанской борьбы и именитые тренеры. Уступать тут никто не любит. Отсюда острая конкуренция на всех участках. Пока все в рабочем моменте, да. Здесь как бы до игры договариваемся. Все, что было в игре, грубое, оставим в игре и не будем дальше развивать. Все согласны. В принципе, я эту игру играю 20 лет. А здесь все остальные, да, больше даже играют, да. И как бы мы уже знаем, когда грубо, когда фол, да, когда нарушили. То есть все мы это знаем, просто мы его чуть расписали. И вроде бы это работает сейчас, да, сегодня. Каждую игру начинают и заканчивают рукопожатием. Это братская борцовская семья. Услышав о турнире, все откликнулись без раздумий. Если одни собрали команду в считанные минуты в соцсетях, другие до этого вовсе не встречались по нескольку лет. Это такая игра, главная цель – дружба, братство нашим между ребятами, чтобы они виделись почаще, и чтобы мы соревновались только на ковре. И такое наше вот большое братство показало наша молодежь, которой сотни, десятки тысяч ребят занимаются, чтобы они тоже ходили друг к другу в зал, поиграли. Вот эта дружба у нас сохранялась, это самая главная здесь цель. С каждой новой атакой преимущество переходит от одной пятерки к другой. В такой игре за медали и прошлые заслуги очки не дают. Не всегда гарантируют победу сила и мощь партнеров. Тут важна тактика и слаженность командных действий. Если ты профессиональный спорт оставил, это не говорит, что надо вообще со спортом завязывать. Надо себя держать в форме, вести активный образ жизни. Вот борцы больше всего любят, чем волейбол, футбол, вот именно вот этот вид спорта. Регбол, он даже, мне кажется, по природе немножко ближе к вольной борьбе, там немножко вот в контакте идет игра. Лучше всех в этот день себя проявили хасавюртовцы во главе с Мурадом Гайдаровым. Серебро досталось коллективу из Губдена, а замкнула тройку самая звездная сборная олимпийцев. Это пока первые соревнования, идея пришлась всем по душе. Турнир будут развивать в дальнейшем. В планах даже открыть свой регулярный чемпионат. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.